frère. Можешь жалко, менять не нравился тот забег. Так, 4, 3, 2, 1, пех. Well, it still sucks. Но мы же поймали стабильный тайминг карты, то есть. Ну, он меняется просто. Не-не, ну вот сейчас да, ну... Да, вот он изменился сейчас, хреново изменился. Ну я на самом деле на кнопочку чуть-чуть позже нажал, чем надо. А, может в этом дело? Но он все равно, наверное. А, вот тут, кстати, точно изменился, прям я заметил. У меня чуть больше времени на реакцию. Хотя мне и то устраивало, но просто, как факт. А здесь хуже тайминг. Да. Все не так. Мне больше нравился тот, который мы бегали пока что. Но может быть здесь вообще идеально. Надо просто найти его. Блин, чихнуть или чё? Все, вроде. А здесь тайминг получится. Ящики разбил, блин. Чонок занят, но найди, который не занят. Ну блин, обижаться, что называют часть этого ника, который очень длинный, это такое вообще как бы очень типа, концептуально. Унитазный утенок. Нормально. Пока что все нормально. Все, видишь. Один ящик. Нет, еще два нападения. Не сложно. Окей. Я взял сейф. Не умирай. Это расслабляет слишком. Ну я знаю. Если бы ты умер, я бы никогда больше не брал по цели. Пятнадцать, думаю. Так же как было. Вчера был не очень хороший день для сайбера. Будет поздновато, наверное. Ну, нет, при ты. Я могу, в принципе, раньше прыгать. Нет, мне нормально сейчас. Нормально? Блин, чуть не умер. Не подсказывай сюда. Фигня. Да ну... Скорей, скорей, скорей! Окей. Просто зажми вряд ли. Нет. С репортами это весело проходить, я видел. Да.
Steel Sub 5. Enough. Блин, это будет, ну ладно, хотя бы пройди. Ты четко идешь туда, куда упадет кубик. Ну и выживаю. Может, тебе тоже стоит попробовать. Там эксперты в чате говорят, что финалка на Сайбере не такая уж сложная, чтобы 15 раз ее вафлить. Окей. Экспертам стоит поиграть в К3. Окей, гном, окей. Волки 50 раз на финалке слился в первый раз. Да! Все пошло не так. Так, ну-ка. Момент истины? Блин, да. Ну что за бред? Два. Подожди. Прост был на 100% загружен. Какого хрена? Ну, в смысле, в два мы продолжаем? Да. Ну а что, что остается делать? Я не очень понимаю. Ну, попробуй все-таки разгрузить, но я не знаю, ну блин. Ну, у меня прост сотка был просто, тупо сотка. Мы забыли проверить ящики просто. Я не понимаю. У тебя же раньше не было этой проблемы. Вчера я не процент нормально бегал. Один раз. А, ты хостом был. Но игра перекидывает с тебя хост, я ничего не могу поделать. Все равно спасибо за хост. This is so fucking stupid. О, oh, лук, ящики лагают, но слабо. Могу сказать сюда. И где там еще будет лагать потом? На кострывании. Да. Ну немножко будем считать отыграли от этого, ну с ящиками ФС. Я портальную комнату без смерти пишу. Портальная комната? Ну, я понял.
Ядвига. Ядвиг. Теперь же лагает. Ты сразу ресетишься, идешь направо. Ну ладно, хорошо. Тот, кто не двигает, и ресетится, идет направо. Если мы оба зажимаем вправо, то мы проходим. Я не уверен. Я немножко отжал вправо зачем-то. Кнопка ресет. Идеально второй мир, но разве что... Если считать 15 секунд, ни о чем. Ну и Ватт и Блэк не, типа, не полностью, но... Ну да. Охренеть. К слову, сейчас подлагнул на полную эти бомбы. Гранатные диагонали. У нас голд, если что. Я понял. Мы без смерти, что ли, второй мир прошли? Да. Что-то в этом роде. Чё? Уже поздновато рисуется. Да, ну в принципе ладно. Все равно с учетом какое у нас опережение, если ты пройдешь, то будет все хорошо. Так что давай. Но если Аллилуйя меня не убьет, я должен пройти. Ну у нас минус 2.12 сплит был. Не, это было намного... Окей. Так, не волнуйся. Чё за... Да, я опять забыл. Блин, ну я не знаю. Я же не специально. Он мне задал. Конечно, то есть не специально. Что, саботировать собственный забег? Может, я феррел проплатил? Не, ну типа не специально в том плане, что я, ну, не был там какой-то слишком не собранный или, ну, именно как-то, знаешь, типа, наплевательское отношение, наоборот, ты смотрю сейчас, типа... Отвлекся на что-то. Просто, я не знаю, может, не выспался. Старый уже стал. Надо было попозже начинать, я же говорил. Не, ну я проснулся намного раньше, то есть я где-то часов 12 или типа того проснулся. Пока еще даже по сегменту не красный, так что... Ну мы же на гранатах успевали. Ну да, так что в любом случае это будет хорошо. Что-то я подосла не прям. А, не, все по сегменту. Обрати внимание, банан даже не на экране. Ты уйди оттуда, нет? О, хорошая идея. Спасибо, что напомнил, серьезно. Я, наверное, выжил, наверное. Нет, вроде там нельзя выжить. Не, ну я прыгнул. В смысле, я там выживал. Один раз забыл и панические прыжки сделал, я выжил. Ладно, мы даже отыграли время немножко. Не, ну мы потеряли минус секунд 40 в итоге. Нет, в смысле, у нас минус 2.30 сплит.
А, ну в смысле потеряли от идеальных червей, ты имеешь в виду? Да, да. Да. А у тебя там этот сложный прыжок есть? Он всегда там есть? Да. Блин, ну... Ты можешь уничтожить, нормально. Ага, только я, по-моему, не допрыгну. А, ты не допрыгнешь до этого? Тогда бессмысленно. Надо ресет делать, правильно? Это был я. Ну, эксперименты на спидранах пошли, сорян. Что с этот экран не пошел? Блин, я... Пофиг, пока мы идем хотя бы на PB, не расслабляемся, не понимаю. Аж. Ну, в случае мы Дементию все равно не так уж хорошо потренили, так что надо попробовать хоть забег хороший сделать. Ах. И мне кажется, на забеге, который был почти VR, у нас не был второй мир настолько хороший. Ну, по-моему, мы не умирали нигде вообще ни разу. Ну, White and Black точно не был вообще, ну, то есть, я запрерил. Я прошел телепорты без смерти. Ну ладно, мы сейчас явно наверстываем на третьем мире. Нет, я имею в виду, когда был 44 минуты до Дементия. 40 минут, в смысле, 40. Тогда мы умирали. Мы умирали на чём-то, не помню. Но игру White and Black точно не было вообще. Mm-hmm. Как же это сейчас было стрёмно. Надо бэкап-страту найти на низ. Ладно, потом. У нас всегда здесь не оптимально, явно ты должен идти впереди. Ты можешь вниз упасть за ящик и на платформу нижнюю приземлиться. Окей. Горизонтальные ворота невозможны. Ну я типа знал, что мы вдвоем, поэтому рискнул сразу. Я тоже знал, что мы вдвоем.
Оба вырискнули. Рандом не самого точного. Не сам. Что? Да, тот экран часто с первого раза получается в последнее время. Пока не шевелись. А у меня есть сын. Лучше соли. Сегодня нормально будет, хотя не знаю. Нормально, наверное? Да. А, ты сможешь допрыгнуть? Я не знаю. По-моему, нет. Нет? Ты вообще сойдет, по-моему. По-моему, ты мог. Ты не мог. Не надо. Два раза подряд не получился этот скип. Впервые за много лет. Ладно, мы все равно отыграли время, несмотря на все. У нас был плохой третий стейдж. Ну блин, мы же... У нас ПБ плохой. ПБ плохой, отыграть время вообще просто. Ну да, надо не забывать, что у нас ПБ на АТВР на 4 минуты отставят.
Ну, 4 раунда это фигак. Ну, сейчас минус 3.19 теперь. То есть, ну... Ну, вот, надо еще целую минуту отыграть. А, и у нас четвертый мир был тоже такой, не очень. Ну, типа, там можно отыграть точно. Может быть. Ну, то есть, именно голд у нас уже офигенный, а именно в том забеге был не настолько офигенный. Маленький. Я не убью Терриса, да. Отличный урон. Один урон. Но к фасткиллу мы никогда даже близко не были. Если мы кардинально что-то неправильно сделали. Я не мог его дамаг. Блин, чуть-чуть не хотел. Блин, ладно, я разберусь. Я стою всегда на одном и том же месте. Я ориентируюсь вот на этот фонтан. Не, а между левее меня стоял. Ну да. Ой, да, надо же. Хорошая идея. Экспериментальные страхи. Будет интересно. Пошли, но в принципе для ну хотя бы личный рекорд можно хороший сделать, если дальше нам пойдем. И хост. Это значит, ящики будут все еще у меня лады. Короче, все, один раз, хватит. Блин, потолок, ну почему? Я понкнулся. На хай взял монетку. Ниже, я еще на растении.
Girl. Взял где цветок. О. Ну, последний. Я, кстати, свой сегмент безошибочно сейчас прошу. Хорошо. Подстраховал. Нету. Ну она, блин, не помешала мне эта хрень. Блин, целый цикл ждать. Нету. Плохой цикл. Окей. Да, у меня не лагают. То, что ты хост. И у меня подлагивает. Совсем немного. Ну, у тебя немного, то... ну потому что не стрим. Ну, не стример. И... То есть просто. Да, тебя... наверное, поэтому. Ну, то есть, если бы не механизм, не меги, то эта проблема бы решалась очень просто. Ты бы всегда был бы хостом, и все. Да. Блин, что-то завафлил. Ладно, Эристерч. Блин, ничего, на, не важно. А если ты про Марио гнома, то одна смерть была у меня. Там одна смерть много стоит. Но, в смысле, я сюда подстраховал, поэтому это не так критично. Мой сегмент в целом там короче. Главное, чтобы сюда не умирал. Не успеешь или успеешь? Успею. Рип дэс дэс камили. Ага. Ну все. Пошло, поехали. Одной смерти достаточно.
ёбнули за последний нормально. Окей. Сразу. Последнее яблочко. Чуть я его не заметил. Обзервер был бы горд. Сейф пригодился. Нажимает, тот прыгает. Кто прыгает, тот нажимает. Короче, надо будет просто потренить нормально, я до сих пор не понимаю, как. Нет. Нет, это ж не надо, не уходить. Не рисать все смысл. Идем. А вы здесь подпрыгиваете, что ли? Чёрт, кажется, неправильно придёт. Окей. Невозможная монетка. Ой, что? Не надо. Умер. Наконец-то с первой попытки сделал этот прыжок. Ну, типа, за долгое время. Ну, пиби можем на 3 минуты где-то. Окей. Так, звезды на меня. Окей. Минус 24 сплит.
Ну... Слушай, может тебе... Продолжать? Да. Ты можешь низкое качество поставить игру. Мне кажется, это вообще не влияет. Это же на просто нагрузка, а не на видео. Ну, ты можешь попробовать. Ну, я не знаю, как ты хочешь. Все идет. Я сегодня ни разу не убил Дементия. Ну вот, твой шанс. Что может пойти не так? Сейчас будет звезда. Да, да. Не, сейчас я помню почему. Ну, видимо... Я говорил, что я напомню тебе, я напомню. Ну да. Все нормально. 44 минуты сейчас время. Бей его, пожалуйста, мне что-то как-то. Ментио занимает 5 минут. Очень много, конечно. Чё? Ох ты, что этот шипик сейчас был, конечно. Мы поставили ПБ, но мы сейчас на квесте, чтобы сделать сумму лучше, меньше чем 40, судя по всему. Центр влево. Да. Налево идти. Это я про это сейчас говорю. Мне тоже помню. Ну не в этот раз проверять будем шарики. Да, они точно убивают. Нет смысла проверять. Я не понимаю, почему ты так далеко от него отошел. Ну, в смысле, я не против, но это много урона просто пропускает. Сейчас ты очень много урона ему нанес. Портал не опять. 46-40. Ну ладно. Опс, секрет пост открыт. Почему ШМКЗ открыт? Что? Почему ШМКЗ открыт? Кто секрет из нас взял случайно? Немега! What the fuck? Может, у кого-то сейф там был какой-то. Какое время? 46-40. Ладно. По крайней мере, теперь будет легче ориентироваться, типа там на ВР, не ВР идем, ну, там, да, типа, надо быть всего на сколько там лучше, на минуту с чем-то. Ну, на 2 минуты, короче. Нормально. Мы очень много потеряли на третьем стейдже. Мы потеряли на Мехасонике, мы потеряли на Кастельвании.
У нас АМФБ 42-49. Хороший самок. Надо саб 40 самок сделать. Please, Feral. We did leave it alone. It's still standing, as you can clearly see.